Сегодня программа Advicatio под названием Stalkernet. Недавно она обновилась, и там появилось множество нового контента. Предлагаю его заценить. Не забудь про свой лайк, а также про подписку. Желаю тебе приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Ну что, друг, сегодня я поиграю в Stalkernet. Униформу давай-ка мы себе выберем одиночки, будем соответствовать своему стилю, так скажем. Ну, наверное, выберу какого-нибудь попроще, не буду я уж сильно выпендриваться. Вот, давай-ка будем вот простым сталкером. Начать, поехали. Почему так светло? Итак, мы оказываемся около некого танка. Так, а на какую кнопочку тут говорить, я, честно говоря, не очень-то и помню. Так, вот вроде как вот эта кнопочка. Да, она вроде как работает у меня. Я пустой, электрон-одиночка. Одиночка. И наша сейчас задача, наверное, найти какого-нибудь сталкера, либо же найти какую-то базу сталкеров и уже с ними как раз-таки поговорить. Так, ну, в принципе, на Янов я залетать не буду, потому что там радиации вроде как много довольно-таки. Я, пожалуй, зайду, наверное, в башню к Зоусу, ибо там нам предлагали начать, и как раз-таки там имелась какая-то цифра. Тыква, что ли. Но это хэллоуинское обновление, но уже прошедшее на самом-то деле, потому что Хэллоуин уже был недели две назад, поэтому неинтересно, но, в принципе, лучше поздно поиграть, чем не поиграть вовсе. Да, реально, тут есть вот тыква, но что? Нашивка черепа, а нафига она мне нужна? А тут у нас имеются бандиты, кстати, с которыми также можно будет поговорить, но они ко мне вроде как не травами должны быть. Если тебе перетереть, что надо. А пахан где у вас? Так, все ты пахан? Нет. А кто из вас бугор-то, господи? Митика Зикайр у нас не бугор, а там тоник имеется. О, торговля, кстати. Можем ему что-нибудь продать. Ну-ка, если я продам тебе за рубль. Ладно, до свидания. Так, а здесь что у нас имеется? Опа, тайничок нашли мы с вами. Первый довольно-таки неплохой. Можем сейчас, получается, какие-нибудь артефакты поискать и попытаться их продать и выкупить себе оружие. Но, опять же таки, я надеюсь. Так, мне бы на самом деле сейчас сходить бы, наверное, на базу сталкеров, ибо там по-любому имеются сталкеровичи. Либо на какую-то другую базу. Так, ну, опа, карта, контакты, статистика, сообщения. Сообщений каких нету, контакты, карта. Бля, ну сделано прикольно. А, смотри-ка, там какой-то сталкер бежит. Во, вот это мне уже нравится. То, что на карте можно посмотреть, какой человечек тут где обитает. Куда же они пошли-то, блин? Здорово. Здорово, здорово, друган, как ты? Нормально. Я вообще не манил, дурачок, чуть-чуть. Кого? Что будем делать? Со мной? Ну да. Вообще не вкурю, что делать. А, я просто гуляю здесь. Ясно. Долгоцы, конечно, вообще оборзели. На КПП засели. Не дают прохода вольным сталкерам. А что взамен просят? Ничего, просто не дают пройти. А если, ну, мне дали один раз пройти, а потом уже не дали. А ты один ходишь тут? Не, с другом. Просто он остался в другом месте, так сказать. Понятно. Опа, еще один. Здравствуйте. Как привет. Что будем делать? А так себе. Где тут можно оружие найти какое-то? То я голенький бегаю, стрёмно. Да, сначала нужно хотя бы там собачек, кабанчиков пострелять. А потом можно, в принципе, кого-то купить. Ствол. Я двух кабанов зарезал, что-то как-то. Ну, в принципе, у меня имеется детектор, и можно поискать артефакт. Да, без нормального бронежилета ты не залезешь в аномалию. Ну чё, куда идём-то, пацан? Химка или термонассажир. Куда путь держите? Понятия. Давайте я вместе. Думал, на пойти. Давай, давай, давай. Тут же тоников до хера должно быть, по идее. Ну нет, я так понимаю. Ну и тут радиация. Так, ну мы уже прибыли к копачам и... Так, ну ищите тут что-нибудь. Да, надо что-то поискать. На самом деле я бы на крышу сходил бы, потому что, скорее всего, вот на крыше как раз-таки что-то и имеется. Я просто ученый в этом плане, да, в каком-то смысле. И здесь пусто. Нет, ну слушай, смотри-ка, ничего нету. Тут даже все с мебелью вынесли. Вообще пусто. Возможно, конечно, вот здесь что-то имеется, да? Нет? Ну, не могу дотянуться, но, видимо, нету. Не, пусто. Вообще даже ничего нет. Да, я вспомню, встретил Химеру. Мы убегали на КПП, нас долговцы спасли. А где ты ее увидел? На этих, на рельсах. Где электроаномалия еще летает. Это твой друг? Где? Нет. Майор Костенко. Просто, а, так это ты, майор похоже. Костенко. А, я тебя знаю, он, короче, назвал к себе группу. Я зомби слышу? Да. А где? У кого ствол есть? У меня. У меня нож есть. Он на копачах. Да. Он близко, слышишь? Он здесь, в проходе. А, вот он. Меня один я смотрю с компанией. Опа. Друга себе нашел. Понял, понял, понял. Мне бы ножик, на самом деле, я бы тоже пострелял бы, ой, точнее. Просто не падают, а вы их ножами колупать. Нихера себе. Привет. Здорово. Приветствую. Им судьба на зоне. Да просто ищем хабар всякий собираем. А у вас тут отряд? Не-не-не, все одиночки. Давайте в гости. Более судьбы собрали. Я мог бы зоме пусто. А чего у тебя за ствол такой? Меня не скажу.
Ах ты секретный. Ладно, давай с нами, в принципе, я не против. Аккуратнее с такой вуны-то. О, калаш. Еще по фонарик. Тут калаш был, серьезно? Да ты А как они так обыскивали, это плохо? Нет, ничего, калаш, и здесь. Меня тут не было, кстати. Есть какой-нибудь ПМ хотя бы мне? Кому не жалко? Я могу калаш дать. Давай, давай, спасибо. Конечно, у него микрофон пердит, но пацаны. Они прям здесь лежали. Как бы, да. Так, он хотя бы заряжен? Предлагаю за ними пойти. Да, пойдем. Опа, это что, это есть костенка, кстати. Фига себе, он переоделся так неплохо. А это кто такой? Маэстро. Майор. Люди по нон-РП. По нон-РП, когда майор Костенко говорил, там в доме какой-то тайник есть, вы его нашли? Так, я не понял. Конечно. Кто тут такой умный меня убил? Фига себе тут. Я шов. Вот он, в севе. В визуалом севе. Здорово. Откуда у тебя калаш? Нашел. Ну мы нашли на этом, на копачах. Да, и поэтому меня убили. Могу дать, да. В принципе, мне ничего не сложно. Ой, блин, там, короче, раздают снарягу. Я прописал гекил в консоль, чтобы мне фонарик появился. И, короче, все прокакал. Ну ладно, сейчас думаю, мне тоже дадут что-нибудь, надеюсь. Пец, все пропускаю в этой жизни, а? Как так можно? Господи, ладно. Слушай, чувак, тебя там задавили. Что сделали? Тебя там задавили. Ну, то есть, не, там, ну я умер, спал. Потому что дурачок я. А ну иди сюда, я тебе дам твои аптечки. Давай, куда-куда? Она еще на шутку. У меня еще калашников был, кстати. А, сейчас это подойди к какому-то там из челиков, там он подобрал что-то. Ага. Люди, кто электрика калаш задолжал? Электрика, да. Электрона, а, господи. А, ну, у меня да, можно мне, пожалуйста. Какой я электрик? Вон он с пистолетом стоит. А, боже, так, погоди. Ну вот, все, дали мне. Все, спасибо. Ну хоть так, ладно. Сейчас тут торговцы же, по идее, должны быть. А, их убрали, серьезно? Ну ладно. Ты давай тут так не носить. И знаешь, что лучше сделай? Нажми на колесико мышки, когда у тебя оружие в руках. Типа, да-да-да, смотри, вот видишь, оно у меня так стоит, потом на колесико нажал. Ну, я понял. Там, кстати, долговцы что-то бушуют на КПП. Может быть, с ними стоит договориться? Да нет, не стоит, они тоже... Майор, добавь меня в отряд. Давайте мы сейчас, давайте вот два человека сейчас, вот я и глаз возьму по медицине, потом еще двое, и так постепенно. Майор, у меня предложение к тебе сходить на завод. А, ну аккуратней сказал же, блин. Так я стоял, я ничего не делал, меня спутали. Только отошел, чтобы... Да хотя бы посмотри, что у меня тут за пушка такая. О, нифига себе. Но я заберу его хабар, потом отдам, когда он придет. Не, нормально так-то. Опа. Обыскал. Блин, так тоже хочу себе такие валуны на самом-то деле. Нифига он себе тут забрал-то, а? Захапал себе тут. Тут, знаешь, положи его в этот ящик. А где ящик, где ящик? Здесь вот в угол потыкай. Да, ты сюда понимаешь. А, ну вот, вижу. Ну ладно, в принципе, сложим. А можно кое-что стырить, на самом деле. Ладно, не буду ничего тырить, я оставлю, в принципе. Так, это давай-ка выкладываем пестики нам. Это один из себя заберу, пожалуй, этот нам не надо. Все. Я аптечки не буду, давай пошли нафиг. А за твоя ящика можно, да, что-то взять будет потом? Да, ты можешь взять там себе снаряжение возьми. Положи туда еще айсвал. Патроны к нему бронебойные. В общем, как я понял, здесь имеется такая вот группировка сталкеров, опять же таких, тут буквально человек 7-8, но тем не менее у них уже имеется общак, типа, и я сейчас как бы к ним примкнул на время, да, она такая типа неофициальная, и здесь, кроме них и долговцев, никого нету, опять же таки, но, приглашают вас в отряд, а как принять, пацаны, я не шарю. Заходишь в КПК, контакты и там нажать... А, нифига себе. Вот это да, вот это неплохо сделано, ладно. Ля, это реально здорово. Так, ну вроде как мы уже собрались, и сейчас будем потихонечку уже разбираться с теми задачами, которые нам предстоит выполнить. Ну, рассказывай, майор. Давайте в круг встанем, да ты рафлишь что ли, зачем? Ну, боже, ладно, я буду стоять здесь. Так, бойцы, сегодня мы отправимся на завод Юпитер. Название операции — завод Юпитер 2. Первый был успешный в своем роде. Мы повстречали неизвестного противника. А, известный. Они отрезают противникам головы. Мне казалось, то, что нас будет больше, но в принципе логично, что кто-то не смог пойти, кто-то остался на базе, ну... То есть не бросать же базу, верно, поэтому будьте осторожны. В этот раз мы намерены проникнуть вглубь завода Юпитер и найти документы. Нужно найти документы с синей папкой. Сперва идем к долгу, просим у них поддержки. На самом деле долговцы злые. Не знаю, это не лучший день, мне кажется. Да, я тоже считаю, что они злые. Без чеперсти, да. О, хей, бро, найс погода, но нормально, ладно. Лучше такая, нежели чем... Я нашел всех синих документов, их охранял контролер. Майор, как мы можем двигаться? Правда, мы контролёра убили и документы забрали, но... Ну да ладно.
Ой, майор, разреши обратиться. Короче, давай я пойду сзади всех. А я предлагаю, что я пойду вперед. Строй свободный, на 50 метров не убегайте, без команды. Или сгинем все. А, все, ясно. Пойдем. Ну, так хочется, как будто я команда. Они такие, типа, а, ну все ясно. После моей озвучки, ну, типа, никто этого не слышит, я войс-то не говорю, но... Да, я думаю, пора уже идти. Да. Ну, можно. Если встретим сильного противника, мы с маэстром будем в авангарде. Трех патронов. Вы прикрывайте и кидайте гранаты. Ясно. Блин, чел с проходящим микрофоном, ты, конечно, купи микрофон, пожалуйста. Так, а так-то это шов, видимо, да? Да, это шов. Ну все, мы всех дождались уже. Я забыл, что такое значит авангард. Типа, самый... Чел. Молчи, пожалуйста. Подождите. Подождите. Стойте. Кто хочет быть тяжелым пулеметчиком, подойдите к майору. Майору. Давай я буду. Майору. О, электрон вызвался. Забирай. О, что? Вот это я сейчас, майор, конечно, буду. Майор, я думаю, может, мне надо идти сзади всех, так как я так как у меня одного снайперка есть. Прекрасно. Прикрытие. А я все равно, кстати, перегружен, если я буду слишком много вещей брать, поэтому и много пока. Вещей брать не буду, естественно. КПК, док, через 5-7 минут ждите гостей, нифига себе. Они сейчас обострятся, короче, подумают, что сейчас их зарейдят здесь и все. Ну нет, на самом деле у нас другие цели. У нас было 7 и осталось, майор говорит. Эх, их было 7 бравых бойцов. Электрон, по нон-РП вопрос, ты вступал в какие-нибудь группировки? Нет, нет, я одиночка всегда был. А мы там будем стоять сейчас, получается, просто ждать майора? Майор, да. Там с ними... Ты думаешь, нас не пустят на базу? Ну, слушай, я с Догом, в принципе, отчасти знаком, и что я тебе могу сказать, без пропуска они тебя туда не пустят. А решишь ослушаться, расстрел. Мне не страшно, ладно, окей. Это база Дога? А, это база Дога, мы просто сейчас станем около танка, в принципе. Я предлагаю убрать оружие. Да, я тоже так думаю. Да просто можно идти. За спину уберите. Не вставайте, не Дракула, не иди так туда, прям на базу. Ой, видали, какая у меня плавная походка. Можешь их позвать сейчас? Они там уснули, наверное. Их уже позвали, Майор позвал, КПК. На 70 градусов вижу движение. Где? Где? Я не вижу ничего. Сколько... Она убежала вниз туда, за год. Может тогда мы туда сходим, проверим? Да навряд ли, это скорее всего кровосос был. Займите кругу оборона. Растянитесь немного на 10-15 метров. Так, ну, в принципе, я готов отсюда, мне кажется, открыть огонь в случае чего. Но он сказал глухая оборона, но в принципе у меня будет пухая оборона. Нормально. Майор, в случае того, что если тебя убьют, нам штурмовать базу? Это хороший вопрос, между прочим, потому что долговцы реально дикие стали. Так, кто понял отсылку, ставьте лайк. Не убьют, не имеют права не штурмовать. Отступать, пишет. Да ну нет, ты гонишь, что ли? Мне кажется, что это... Мне показалось ли, я слышал шаги где-то в той стороне? Показалось. Проверим. Зачем? Не иди один. Да, если, короче, если проблемы будут, то вон, электрон тебя прикроет, он пулемет. Майор, как они долго будут ходить? А, сзади стрельба со стороны остановки. Монолит. Чё? Монолит? Да, это монолит, долг, что. Ой, долг, куба. Что делать будем, майор? Да, это монолит, это монолит. Понял. Блять. Похоже. Остановить его? Где вот этот вот? По ногам стрелять. Химера. Я ж не попаду нихера, тут должен снайпер нормальный. Наступают они. А, так он тут... А куда же он пошел-то? Что, так, да, ладно, я, давай. Я... Полетели куда-то. Ой, еще и химера, господи. Так, тихо. Он достал винтовку. Так, ладно, мне нужно действовать, конечно, быстрее, но... Как ты с пулеметом будешь быстрее? А, сервер лег.